Всем доброго времени суток, это Gadget X. Всего за несколько дней до старта международной выставки потребительской электроники CES 2018 в сети появились новые подробности о наследниках Sony Xperia XA и Xperia XA Ultra. Известный инсайдер и дизайнер OneLeaks опубликовал видео с демонстрацией 3D-рендеров новинок. Кроме того, анонимный источник выложил в сеть реальную фотографию Xperia XA Ultra второго поколения. Оба аппарата сохранят одну из главных особенностей – практически полное отсутствие боковых рамок, но подбородки и лоб там будут, в общем, как всегда. Согласно представленным рендерам, Xperia XA 2 и Xperia XA 2 Ultra внешне будут отличаться лишь габаритами. Как сообщается, обычный Xperia XA 2 получит 5-дюймовый экран, тогда как Xperia Ultra будет установлен дисплей с диагональю 6 дюймов. Смартфоны будут выполнены в металлическом корпусе со сканером отпечатка пальцев на задней стороне. Судя по фотографии, XA 2 Ultra обзаведется двумя фронтальными камерами. Xperia Ultra у нас получит Full HD экран, 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon, 634 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ с возможностью расширения и Android 8.0 Oreo. Смартфоны могут представить до конца этой недели на CES 2018.